Спасибо большое, дорогие друзья. Ну, мы хотим повториться. Дело в том, что сегодня вас приветствовал господин Витторио Джорджи, а также госпожа Даниэла Джакуэнто, а также Марианджело Петруцелли. Ladies and gentlemen, we want to repeat it again. Today, it was greeting from Ambassador of Italy, Riccardo Mannara, and an Honorable Consul, Vittorio Giorgi, and from Mariangela Petruccelli. Дорогие друзья, ну, конечно, если говорить про Италию, то нужно сказать, что это классическая страна туризма, необычайно популярна во всем мире. Древние прекрасные города с их неповторимыми памятниками и сокровищами искусства. Благоприятный климат и роскошная природа страны принесли повсеместную славу. Ladies and gentlemen, and when we talk about Italy, first of all, it's about the deep historical backgrounds of this wonderful country with a beautiful monuments, a beautiful history, wonderful nature, and that make Italy so popular and well known in the world today. Тимур, и, конечно, когда говорить об Италии, можно сказать это прозой, но если говорить про Узбекистан, можно сказать стихами. Люблю тебя, Узбекистан, сильнее всех заморских стран, громады гор, разлив полей, шеренги стройных тополей, неповторимые края, ты мой, ты родина моя. Люблю базаров шумный гвалт, где есть все то, чем край богат. Не сыщешь девушек стройней, таких, как здесь, в стране моей, пленит их взор и гибкий стан, все это ты, Узбекистан. Тебе желаю я всегда расцвета, мира и добра. Добро пожаловать, дорогие друзья! Welcome, dear ladies and gentlemen. И, конечно, хочется сказать, что сегодня вас приветствует лирическая певица сопрано Тереза Спарака. Она исполняет в стиле бельканто. Также пропагандирует лирическое пение в области кампании. Не только в Италии, но и за рубежом. Она выступает не только в театре, но и на площадях среди народа. Для чего? Для того, чтобы пропагандировать это лирическое пение, для того, чтобы подарить всем людям свое прекрасное, незабываемое искусство. И сегодня у вас, дорогие наши, есть такая возможность насладиться прекрасным лирическим пением. Dear ladies and gentlemen, today we're glad to listen to the beautiful voice of our wonderful, beautiful singer, Teresa Sparaco. She is the soprano lyric singer, and she makes popularization of lyric singing of Sampania region, not only in Italy, but in all other countries as well. And today she sings this main popularization of this lyric style and perform for the people at the public squares. Ladies and gentlemen, let's enjoy this beautiful lady, wonderful lyric song. Аплодируем, друзья, встречаем. Ladies and gentlemen.